Роза Хутор на связи. 10 января. Будем сейчас подниматься на подъемнике вверх на 1100. О, уже полно лыжников. Сейчас пойдем посмотрим, нам видно горы чуть дальше. Выход Олимпия. Видно горы. Три градуса сейчас. Три градуса. Ух, какие красивые там горы. Ух, сколько людей покупать билет. Елочка вон. А вот такие горы. Здесь плюс 3, а там, наверное, может и минус. Поднялись на Роза Хутор 1100. Вот такая красота здесь. А людей сколько, капец. Много, очень солнце слепит, блин, надо очки одеваться. Так, такая красота здесь.